Дорогие друзья, вот и подошел к концу 21 год, и наступает 22. К сожалению, не все наши планы в 21 году были реализованы из-за пандемии. Но все равно мы проделали огромную работу. Педагоги, обучающиеся, администрация, я вас всех поздравляю с наступающим годом. Надеюсь, что в 2022 году болезнь отступит, и мы сможем реализоваться. Обучающимся желаю быть прилежными, послушными и творческого роста. А педагогам желаю хороших учеников. Как мы, как администрация, приложим все массу усилий, чтобы вам было комфортно учиться, работать. Еще раз, в новом году здоровья, процветания и творческого благополучия. Спасибо.